Волонтеры – это молодые люди, которые всегда впереди. Они готовы прийти на помощь в трудную минуту, они в гуще интересных дел и замечательных мероприятий. Волонтерское движение нашего района – одно из лучших на Кубани, и его развитие продолжается. Еще одно весомое доказательство этого – ежегодное проведение тематических смен «Я доброволец». В Северном парке собрались самые активные славянские учащиеся и студенты. Эти ребята осознанно вступили в ряды волонтеров, потому что им по душе та бескорыстная работа, которая проводится добровольцами. И еще они всегда открыты для новых знаний, опыта, общения. Они готовы применить полученные навыки на практике, чтобы еще лучше помогать людям. Мы вас сюда пригласили для того, чтобы вы вылились в общество самой лучшей молодежи. У нас в Славянском районе уже есть районный волонтерский клуб «Пчела», а также городской клуб «Синергия». Это ребята, которые делятся своей добротой, которые помогают всем нам, которые не забывают о ветеранах Великой Отечественной войны и локальных войн, которые помогают детям, которые помогают проводить всем наши культурные мероприятия. Прекрасным настроением с участниками мероприятия поделились артисты вокальной группы «Комплимент». Быть свободным, словно ветер, мы построим сможем вместе мир для любви. Это не Ряды волонтеров все время пополняются новыми ребятами, которым очень пригодится участие в работе тематической смены. Здесь есть чему поучиться. Начальник управления по делам молодежи Славянского района Олег Смольников приветствовал собравшихся и представил им предпринимателя Илью Анурьева, который поделился с ребятами своим опытом и ответил на вопросы. Каждый год буквально проводим такие смены, и до сих пор очень много ребят интересных, очень много ребят, которые получили полезные знания, полезные навыки, умения, какие-то коммуникации в рамках наших мероприятий. До сих пор занимаются либо волонтерской деятельностью, либо нашли свое место, трудоустроились при поступлении в институт или в техникум, куда бы вы будете поступать дальше, когда закончите школу. Эти все коммуникации, эти все знания, умения, навыки, они обязательно пригодятся. Илья Анурьев – успешный предприниматель, который пробовал себя в самых разных направлениях и пришел к выводу, что это выигрышно и всегда поможет удержаться на плаву. Нужно уметь переключиться на другие виды деятельности, либо иметь какой-то запасной парашют, на котором ты в случае чего спускаешься. То есть иметь второй вид деятельности. Вот в данный момент у нас три абсолютно разных. Если один идет в просадку, то два его перекрывают. Он осветил плюсы и минусы ведения собственного бизнеса, постарался нейтрализовать опасения ребят по поводу такой самостоятельной работы. Как говорится, дорогу осилит идущий. У меня есть давняя мечта, чтобы открыть свою аптеку, поэтому для меня было очень полезно узнать, как открыть свой бизнес и составить правильно, грамотно бизнес-план, и чтобы не рухнул свой бизнес. Мы научимся делать проекты, чтобы правильно подавать его на грант. Третий день у нас будет посвящен Дню экологии и здоровью. И четвертый день у нас будет завершающий. Будет проходить квиз-игра и встреча с деятелем культуры. Мне это запомнится еще тем, что здесь идет не только теория, которая многим наскучает, надоедает, но также идет отработка на практике, которая заседает в голове, и где-то в жизни ее в дальнейшем можно будет применить. Участники, разбившись для удобства на две группы, провели затем интересные игры на командообразование. За 4 дня тематической смены «Я доброволец» они узнают много нового, обменяются полезным опытом, получат нужные в жизни умения. Все это поможет им жить еще более интересно и более эффективно заниматься любимым делом. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».